нас 8 плюс 14, это 42. Потом минус 19, это 23. Потом 23 плюс 12, это 35. И 26 человеков осталось. Очень хорошо. Вот здесь такая буква А введена. Ну, здесь только догадаться нужно. Ну, 45 плюс 10, это 55. Ну, тут может быть все меньше 55. Ну, совершенно верно, конечно. Сейчас немножко повторим дроби. Здесь что говорится? Пример показывается. Здесь не нужно решать, а здесь просто показан пример, о чем идет речь. Посмотри, все ли тебе здесь понятно? Да, я даже в этом не сомневаюсь. Количество воды в посуде через дробь. А, ну, третья будет 3 из 4 литров, а четвертая 1 из 4 литров. Да, как это запишешь? Совершенно верно. Ну, отлично, отлично. А вот здесь еще про куски с пирогом. Кто чего съел, а нам вот считать теперь. Пишите дробями съеденную и оставшуюся часть пирога. Съедено 5 и 5 из 10. Ну, прекрасно. Запишешь, Маргарита? Угу. Да, да, в виде дробей. Запиши, пожалуйста. 2 из 6. Да. Все. Прекрасно. Какая задачка. На плане забыли написать название улицы. Улица Молодежи, Параллельная, улица пожалуйста.